Губы просто горят. Доброе утро. Лёха сказал, что сегодня мы едем смотреть на всякие храмы, водопады. Там будет классненько. Ага, да. Ну вот. Здравствуйте, мне не нужно было говорить ничего. Ника будет очень... Нет! It worked! Реальность. Даже в общественных туалетах есть биде. Куда мы идем? Присели, присели на камешек. Прошли метров 10. О, подождите, подождите! You shall not pass! Okay, thank you. Шунь, делай контент, пожалуйста. Спасибо. Красота. Лёха, делай это. Пеньки, не так, слушай жену. Падай здесь, вперед. Попрыгай сюда. Да. Водопад. Военная травма. Следующая цель туда. Миссия завершена. Очень успешно. Очень. Ой, я больше не такая красная. Бля. Ничего страшного там не произошло. Травма. Такое. Просто поскользнулся на камне. Вот еще нога. Настоящий Лара Крофт. Привет, дружочек. Вау! Это очень плохо. И не катайтесь на таких штуках, потому что вы способствуете, чтобы их били. Это дело очень грустное, но мы пришли просто с ними поздороваться. Привет! Это маленький слоненок. У него цепочка вот здесь вот висит. Мы едем кушать и посмотреть на спящего монаха. Спящий? Мертвый. Я умираю! Ему можно пожертвовать солнечные очки. Элтон Джон бы оценил. На самом деле это просто настолько даже вокабуляра не хватает. Во вторник Будда лежит. Ника, ты сидишь на ступеньках храма и позируешь как гопан. На самом деле в шортиках нельзя заходить. Тутайский патриархат. Мальчикам все можно. Пёси, пёси, пёси. Пёся. Мы едем домой. Средство от кашля. Короче, в Таиланде невозможно найти никакое средство, которое не отбеливает. Везде написано white, healthy white. Мы поняли то, что я, извините, мы поняли то, что я адреналиновая наркоманка. Потому что когда мы ехали со скоростью 60, то скажи, у меня... Пусть мама моя не думает, что... Когда я ехала со скоростью 60, мне было так классно, и я просто еду такая Need for Speed. Очень круто. Для мамы с папой, которые смотрят, и для всех, кому не все равно, я езжу очень аккуратно и по всем правилам. И разгоняюсь только там, где можно, там, где пусто и прекрасно. Тихо. Да.
Мистер, мистер. Просто перезагрузись. Так, сука. Денег надо было. Ну сделай, пожалуйста, catwalk, а? Шуня, Шуня, tell. Я тут. Tell me. Мы едем смотреть на закат. Можно я в этой поеду? Хочешь в этой поехать? Нет. Я хочу твою шляпу. Мне нравится моя шляпа. Голова такая маленькая. Посмотрите, как классно Лёха одевается. Черный такие. Господи, идеальный. Алексей Чадов. И сейчас ехали по неприятной дороге, но Нике без разницы, потому что она адреналиновая наркоманка. Давай покажу, что мы взяли. Мы приехали смотреть на закат. Мы взяли гринат. И вот! Это будет классно! На закате это самое оно, да? Да, все будет видно. Покажи вид. Очень красиво. Там помойка. Собаки, но по-русски очень доброжелательный тайер. Нет, не в ту сторону. Возможно, когда я вернусь, мне нужно будет пойти в рехаб. Типа для тех, кто очень любит байки. Просто куда мы пришли? Куда мы пришли? Что происходит? Почему? Никого нет. Вокруг просто прекрасно. Мы сейчас будем встречать закат и купаться. Немножечко очень сильно умираю. Возможно, умру. Пусть и стоят, любовь. Делайте любовь. Мы заказали mackerel with garlic and pepper. Fried. Два bowl of rice. Ух ты! Да? Не знаю. Милк. Вкусно? Ну так странненько. Кстати, да, того, что... Вот это просто придорожное кафе. Смотрите, вот дорога, вот просто вот едешь просто в... Вот. Не красная рыба, кстати, она что-то затупила. Да, она красная. Снаружи красная. Так красиво, что не получается красиво снять, слишком красиво. И вас решили глубоко, не за рулем. А дома? А дома, да. Взять с собой в рюкзачке? Да. Мам, прости. Ребят, вот эта штука очень-очень крутая. Вот. Минут. Вот. Грин. Давай, купим пиво. А, какие-то подарки, зубные пасты. Не знаю, просто кто-то попросил. Штука. Короче, сегодня Алька поранила ногу, и ей бабушка-продавщица намазала этой штукой, и ей стало легче. Очи. Зеленым чаем штуки. Поки. В подарок Лиде кушать сами. Шоколадочка. В подарок Лиде, либо купить. Не знаю, что это. Фингерс. Я тоже что-то купила, но потом покажу. Ребята, смотрите. Гематома. Круто, да? Почему-то такая опухшая. Это я камень сегодня ударилась. Очень-очень блестящее лицо. Блин, нет! Давай, Лёх. Не забывай, смотреть первый и второй влоги. Go do it. Спасибо, Лёх. Не за что. Спасибо вам. Всем спасибо. Я не похож ни на кого.